пришли сразу же, как только я пришел, на подмогу два силача. Силач, начальник и его еще силач, только не такой силач, как начальник, но силач. Они как титаны. Помогли мне эти, то, что я к стенкам домов, там эти глыбы спрессовались, короче, как минерал в Старкрафте, монолит. Я достал лопаты и ледоруб. И начальник силач ледорубом херачил. А мы, и потом еще он с нами, мы загребали и в сугробы бросали. Но у второго силача был недолет, но затем нормально. Затем я там подбросил нормально там, где был недолет. Потому что эти камешки, они от больших льдин, таких, что их как булыжник кидать гигантский, до маленьких варьируется, до самых маленьких. Меньше сигареты. Ну, поэтому повезло, подмога пришла, мы быстро убрали. А еще и сейчас, когда я шел на работу, снег шел. Сейчас пойду дальше снег убирать. Я, как всегда, весь мокрый. Особенно плечевой пояс, шейный отдел плечевого пояса. Полностью мокрый, и дальше вниз идет по пояснице. Стекает. Из головы идет. Это какая-то особенность странная организма. Других людей такого нету. Чтоб... У меня просто при малейшей нагрузке идет вот пот с шейного отдела плечевого пояса, ну, сзади. Верхняя часть спины. Не знаю почему. И затем с головы и со лба капает. Снег упрессовался из-за ветров сильных. Вот в чем минус. Он, его тяжело поддевать. Там поддеваешь, там пласты. Вместо снега пласты. И еще насыпало. Вчера и сейчас. Снега. Пот идет со лба, вот. Специально шапку снял, чтобы это и вытирать. Вытер, но сейчас все равно попрет. Сейчас пойду дальше работать.